На фирме «Чаогон» отделения городского уезда Бэйан группы «Пэйтахон» директор масштабного семейного хозяйства Лю Дяньчжун в этом году посадил сою на площади 320 гектаров и кукурузу на площади 220 гектаров. Сегодня ему позвонили из Центра обслуживания сельскохозяйственной науки и техники и попросили забрать карточку с рекомендациями по тестированию почвы и внесению удобрений. В прошлом году мы использовали формулу для определения пробора удобрений, предоставляя ему Центром обслуживания сельскохозяйства. Хозяйственной технологии, что не только сэкономило нам деньги, но и повысило урожайности. В процессе предпосевной обработки почвы на фирме «Чаогон» проводится проверка более 30 тысяч гектаров посевных земель, чтобы определить показатели пахотных земель. В этом году фирма «Чаогон» прилагает усилия для научно-технической подготовки, обучая фермеров и персонал, управляющих сельскохозяйственной техникой, более 400 агротехников, чтобы внедрять научно-технические достижения в поле. Применение цифровых и интеллектуальных технологий для повышения уровня подготовки к весенней вспашке отражается и на управлении сельскохозяйственной техникой. В филиале Синкайху сельскохозяйственной группы «Пэйтахон» на каждой единице техники имеется индивидуальный двухмерный код. А расканировав код телефоном, можно сразу увидеть модели автомобиля, имя владельца, тип машины, место парковки и другую информацию.